Всем привет! Мы поехали на дачу и, соответственно, мы не можем же не заехать куда-нибудь. Тем более, мне нужен грунт в мешках. И в Леруа Мерлен. Ура, ура! Сейчас посмотрим, что здесь есть. Давно не была. Ну, естественно, первым образом. Бегу скорее в цветы. Посмотрите, какие красивые. Боже, бедные гортензии. Им жарко. У нас в Питере 30 градусов. Смотрите, как все сломано, наверное. Или завяло. Стоит, конечно, конских денег. Ну, 1200 и 2700. Что из них что? Ну, наверное... А, нет, там 3500 даже есть. Хотел сказать, наверное, поменьше, подешевле. Ну, в общем, дорого. Тут уже оценочка, наверное. Или на выброс. Ой, прям у меня глаза разбегаются, я не знаю, куда бежать. Как всего много, все такое красивое, ну и дорогое, естественно. Ой, смотрите, какие подставочки. Ой, со скамеечкой, прям как я хотела. Вот такую штуку мне надо. Сейчас мой муж придет, я буду ему пальцем тычить. Вот такую я хочу. Смотрите, какая прелесть. Хоть она и такая, знаете, ну... Я бы сказала, голименькая. То есть она там даже шатается. Ну, такая, худая. Стоит пергола. Муж мой пришел. Я хочу вот такую. Вот такую я хочу перголу. А внутри, чтобы перголы, вот такая скамейка стояла. Что ты руки в боки поставил? 20 тысяч. Ну, не хочешь делать, давай купим тогда на твою пенсию. Правда, он еще не пенсионер. Вот такой я хочу, вот такой. Как у Светы. Так, сейчас я посмотрю, сколько стоит. 298. Да ладно. Ну посмотри, нагнись. А то мне не нагнуться, и мне пузо мешает. Ну, сколько? Там на ценнике написано, просто мне так не нагнуться. Пузырьплодник, пузырьплодник. Ну я знаю, что это пузырьплодник, я просто не знаю, сколько он стоит. Боже, сколько растений. Ой, это что, мята, что ли? А, это мята. Сколько стоит? 300 рублей, по-моему. Боже, какая насыщенность растений. Ужас. 298? Отлично, надо брать. Все, я себе пузыреплодник возьму. Красный, я хотела красный, как у Светы. Я, конечно, взяла черенки, но я просто думаю, что что-то мне подсказывает, что они, возможно, не приживутся. Ой, сколько деревьев-то, сколько деревьев. Яблони и сливы, и груши. Так, и малина. Малины много. Я тоже малину хотела, ну ладно. О! 555, смотри, меньше наших. Я еще вам не говорила, но, может быть, Света вам уже рассказала, что я приобрела туи. Ну, об этом я вам расскажу позже в видео про дачу на другом канале. 1060. Да. Я купила в 7 цветах. Ну, ладно, не буду рассказывать. Зайдете на мой второй канал. И там я вам все расскажу и покажу. Вот эти, конечно, туи шикарного размера. Мне будут прямо сейчас вот такие вот хочется. Ну, за 3500 это, конечно, нет. Это нереально. Смотрите, 655 рублей. Такая маленькая вообще. Сколько она? 45 сантиметров. Ну, маловато будет для меня. Так, что тут еще есть? Ой. Как я люблю, когда всего много. Прямо глаз радуется. Малина стоит 455 рублей. Одна ниточка. Ой, рододендрумы тоже. Они уже начеренковали. Вы посмотрите, сколько. 455 рублей. Вот такие вот две веточки маленькие, тоненькие. А цвет, наверное, сюрприз. Ой. Вообще тут, конечно, картинки натыканы, смотрите, и красные, и розовые, и белые. Красота. Ну, блин, такие маленькие, они пока вырастут, я состарюсь. А я хочу сейчас, чтобы они у меня цвели.
И благодаря моей подруге Свете, я надеюсь, что это счастье меня достигнет наконец-то в следующем сезоне. Вот такой тоже мне нравится, красавчик. Да, еще хотела вас попросить, но вы меня будете поддерживать или нет слишком сильно? Вот смотрите на моем канале сколько подписчиков, 1000, а на Дзене у меня что-то там, не знаю, 500 человек есть, и даже, по-моему, нет, 300, по-моему. По-моему, 300 человек. Ну, ребята, ну давайте активно, ну подпишитесь на Дзен, честное слово, потому что... Я активно хочу сейчас заняться дзеном, и у меня будут некоторые видео, которые не будут выходить на YouTube, только на дзене. Так что на всякий случай подпишитесь. И еще хотела, значит, сказать вам тоже про оповещение с дзена. У меня его, их тоже нет, оповещений. Вот, это нужно выяснять, копаться, либо писать в поддержку. Я не знаю почему. Но я тоже там подписана на какие-то каналы. У меня тоже не приходит оповещение, то есть приходится ну, заходить туда часто. Если у вас на телефоне, там не на планшете, конечно, на телефоне удобнее, да, пользоваться. Ну, раз в день хотя бы нажмите, посмотрите ближе к вечеру, нет ли нового видео, к примеру. Вот, может, какие-то там короткие видео буду выкладывать. Так, в общем, я вас там жду на двух каналах. Один, который с орхидеями связан, другой с моей дачей. Под видео, под каждым сейчас я оставляю ссылки на мои каналы, поэтому меня легко найти. Но если вдруг вы что-то не поняли, не можете найти, я всегда вам лично под вашим комментарием оставлю ссылку на канал, чтобы вы меня нашли. Я очень надеюсь на вашу поддержку. Так, значит, что? Перголы эти мне очень понравились. Ну, за 19 тысяч, конечно, я не готова покупать. За 10 тоже я не готова покупать. Так. Что тут еще интересного? Кстати, дельфиниум, по-моему, да? Цвет сюрприз. О! Флокс. Ну, такой у нас, по-моему, есть. Ну, какой-то он никакущий. А это что такое? Это этот, что ли? Я по запаху определяю. Нет, это не то. Я думала, это гвоздика это. О, гвоздика. Так, это, по-моему, флоксы. Это эти, как их называют? Господи. Я не забываю все. Ландыш, господи. У меня есть такой на даче. Сам растет. Сам растет. Клематисы. Клематисы 1200, 850, 950. Ну, тоже. Вот смотрите, махровый, так он 1200, а обычненький это вот 900. Ну, это понятно. Ну, такой уже, слушайте, не маленький. Хосты. Светланы нет на них. А то бы она сейчас бы так вот все бы так искупила бы быстренько. Даже вон цветут. Ой, красивые. Не знаю, Света, есть ли у тебя такая хоста. Она такая голубоватая. Ой, и мне кажется, вот эти мини. Я скоро буду разбираться, благодаря Светлане. Вот это маленькая. Это я точно знаю, что уже мини, миниатюрная. Вот это желтенькая. Ой, смотрите, какие тоненькие листья у нее. Света, по-моему, у тебя такой нет. Мне кажется. Может, и к лучшему. А то там у тебя уже сажать негде. Смотри. Слушай, прямо разнообразные. Цвета тебе надо в наше Леруа. Либо в свое заехать срочно. Так, что тут у нас еще хорошего? Какие-то тоже... Как они называются, не скажу я. Так, спиреи. Прямо табличка спиреи. Спиреи с той стороны. Мне это обязательно надо. Слушайте, здесь очень сильно много папоротники. Очень много и разнообразно сейчас с растениями. Просто шикарно. Вообще шикарно. И я вам сказала, что это палатка, да? Что вы поняли, да? Что это не в самом магазине, а вот эта пристроечка, которая у Леруа. Не у всех Леруа она есть. Гортензии. 1200 и 800. И 700 тут разные цены. Так, что-то красное тут. Гортензия Фрайс Мельба. Это у нас есть. Ну, в основном они все такие беленькие, конечно.
метельчатая. Он прям вижу уже, смотрите, какой метелочкой она уже, красоточка. Ой, на штамбе, что ли? На штамбе, да, 15 тысяч. Офигеть! Офигеть! Мне прямо даже, знаете, эмоции зашкаливают. Потому что, ну, дорого вообще. Сирень. Такая мне нравится, крестиком. Сирень что-то по 300, по 600, мне кажется. Да, ну, в зависимости от сорта, естественно. Так, что тут еще интересного? Ну, там камушки, леечки. Так, трава. Обалдеть, обалдеть, как здорово. Так, лента для... Про ленту мне так никто ничего не написал из вас, я просила. Значит, ни у кого нету, я так поняла, да? Я уже даже сама погуглила, посмотрела, что вот эта лента – это полная ерунда. Такую брать я не буду. Так, а это что у нас, уважаемые покупатели? Данный товар продается с уценкой 30%. Так, так, что тут интересного? Гортензии, конечно, интересные, но... Смотрите, 3500, 30%. Ну что, это ни о чем. Их 30%. Туечки. Ну, туечки мне уже как бы сейчас не актуально, потому что я уже приобрела. Расскажу вам на втором моем канале. Смотрите, дуги, опоры, заборчики. Всякие маленькие. Грядки. Грядки. Кто интересовался грядками, и удлинение для грядок есть, и сами грядки. Грядка садовая. 2000, короче говоря, округляем. А пошире, которая не 70 сантиметров шириной, а 100 сантиметров, 3200. У меня, кстати, одна такая есть, куплена, в заначке лежит. Клумба. Есть клумба еще. Тоже полторы, даже вон, смотрите, это, наверное, знаете, вот так ромбиком одна на другой стоит. И вот 5000, короче. Ух, спирейки. Спирейки обычненькие. Так, ладно, это у меня все есть, это у меня все есть, это у меня есть. Так, это лилейники, что ли? А что такие тощие-то? Господи. Ой, смотрите, даже картиночка есть. Но тут верить нельзя, конечно. Тут как бы... Что, на одном только картинка стоит. А где все остальные варианты с картиночками? Лилейник. Катерина. О, название, конечно, сейчас... Это надо в интернете гуглить. Сломан цветок. У меня такой, кстати, был. Где, не знаю, куда делся. Кто там едет. Вот, смотрите, лилейничек зацветет скоро. Скоро, как они стоят. И 377 есть, и 598, и 622. В общем, непонятно. Это надо при ближайшем рассмотрении. А еще мы сетку на забор хотим купить. Тот, кто смотрит... Смотрю, мой канал. 45%. 45%. Затенение? Да. Угу. Есть 85% затенения. Но там 2 на 10. Она стоит 3,5. А это сколько? 1770. Ну, 1700. Угу. 1800. 1800. Сколько метров? 20. 20 метров на 2, да? Как раз нам на забор. Ну, возьмем, давай. Берем сеточку. Так. Вот такой еще света растет. Ну ладно, может, вырастет у меня. И вот такой у нее растет еще. Света, да? Света, да? Ой, еще землю же мне надо. О, смотрите, какая красота. Да, 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 буду. Да, тележку. Так, где мой пузыреплодник? За 300 рублей. Какая красота! Я посажу, наверное, около забора. Так, кто не смотрел? Да что же это такое? Это у нас около Леруа.
слышите? Эти, как их называют? Гонщики-то. Хулиганят, короче. Ты что у них с тормозами? Розы по 398. Прям бесплатно. Лежачок бы такой, да? Ужас. Я бы их поймала и им это бы... Ай, сух, перчаток красивых. Угу. Пошли. Ладно, все. Всем спасибо за внимание. Заходите на мой канал Дачный. Ссылочку под видео оставляю, у кого нет. И на Дзен обязательно. Всем отдельная благодарность подписавшимся на мой канал на Дзене. Всем пока!